Привет. Сегодня у нас очередная распаковка на канале, и заказывал чехол на телефон, силиконовый чехол на телефон Xiaomi Redmi Note 4. И вот как бы приступим к его распаковке. Сейчас попытаемся, чтобы не прорезать этот. Посоветовали мне лучше таким ножом открывать, вот решил прислушаться к советам Алексея, что ему не особо нравится, когда открывают посылки ножничками маникюрными, и потому будем открывать таким вот канцелярским ножиком. Ну и непосредственно сам чехол. Это силиконовый чехол, в котором у нас есть такая вот красота. А красота у нас в форме бокала. Когда получается, берешь его, трусишь, ну и как бы вот эти, ну как их там, блестинки или как их назвать, в бокале они передвигаются по всему бокалу, ну это со стороны, это как-то, можно сказать, прикольно. Чехол сделан неплохо, все вырезы присутствуют, но в чем заключается загвоздка? Этот бокал вот так вот смотрится, то есть он толстый, он наклеен. Я думал почему-то, что он будет намного тоньше, ну, соответственно, как бы ошибался я в своих предположениях. А так, изготовление чехла неплохое. Здесь вот это матовое покрытие такое. Ну, одним словом, качество чехла прекрасное, но пойдет вот это или не пойдет, я имею в виду толщина. У продавца есть таких чехлов очень много, потому ссылку на данный товар размещу внизу под видео. Вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем отзывы. Всем пока, до скорых встреч на канале.